Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня хотелось бы потестить For Honor. Последние дни тестирования, собственно, решил записать, а то до этого что-то беда была со временем абсолютная. Ну ладно, жаловаться не буду. Новая задача. Ну что ж. Альтом, менять цели, контролом их захватывать. Хорошо. Оборонительная стойка определяет направление ваших ударов, с какой стороны вы можете блокировать. Нажмите левый Ctrl, чтобы принять оборонительную стойку, ну и чтобы сменить направление мышкой дергать. Ну это довольно мудреная система на самом деле. Но есть сходство... Чтобы прекратить тренировку, нажмите Е. Ага, тут показывает, с какой стороны он бьет. Но это вроде не сложно. На самом деле не знаю, как в бою оно будет. Ай, блядь. Понял. Вот так оно и будет в бою. Скотина! Ты чё такое делаешь? Он меня наёбывает. Но я же не убирал. Ну, такое, на реакцию, короче. Блин, неужели убрал? Да, убрал. Хватит, я понял. Хорошо. Нанесение ударов. Чтобы атаковать, примите оборонительную стойку. Чтобы нанести удар, кликните мышкой, чтобы нанести удар. Ага, ну, в принципе, тут стандартная техника. Да, довольно интересная боевая система. А чё ты от меня хочешь? Сильный удар ты хочешь от меня, я понял. Ну давайте еще одного завалим. Хорошо. Хорошо.
Я выбрал, кстати, сторону самураев. Не знаю, чем это отразится, но написано, что ничем. Просто, собственно, за какую фракцию мы будем играть. Да и на этом все. Так, чтобы захватить зону, нам нужно убить всех находящихся рядом врагов. Легкие удары поинтереснее на самом деле. Захвачено. Идем дальше. Вот это вот только фокусировка. На самом деле довольно дебильное занятие, потому что... как бы вам сказать, консольная эта херня. Солдаты. Простых солдат нельзя выбрать в качестве цели. Отмените оборонительные стойки. И нажимаете правую левую кнопку мыши, чтобы убивать. Ну вот это понятно. Да, это прекрасно. Удерживайте противников, чтобы помочь вашим солдатам в наступлении. Это прекрасно. Они мне напоминают крипов. Вот это наш братишка. Давайте-ка я в бой пойду сразу же. Да, прекрасно. Наступаем. О. Ну что же. У ворот. Используйте пробел, чтобы уворачиваться. Да ну ты, дебилушка. То есть вы меня все-таки заставите уклониться, да? Молод. Давай. Ну еще разок, давай. Ай, блядь, тут ты попал. И тут ты попал. Что ж ты за нелюдь-то такой? Ладно, ладно, хватит. Мое кунг-фу сильнее твоего, так что не это самое. С точками разобрались. Но рачила я редкостная, поэтому все хорошо. Нажмите центральную кнопку мыши, пробить защиту и атаковать. Левый контрол, средняя кнопка мыши, а потом удар. Где ты там? То есть, а если я такое сделаю сильным ударом, а, то ему понравится. Ну, по-моему, это неплохо. Чё еще расскажешь? Новая задача. Что надо сделать? Пробивание защиты и бросок. Двойное нажатие, да? Ну хорошо, иди сюда. То
есть он идеально блокирует, да, сейчас все на тренировочке. Окей. Поздравляем. Вы прошли обучение. Ну хорошо. Значит, можно идти в сетевуху, получать там люлей, собственно. Это бета-версия, которая доступна всем. Кстати, если я не забуду, я размещу ссылочку под этим. Под этим замечательным видео, без сомнения. Так, ну что ж, давайте-ка отправимся на какую-нибудь быструю игру, да? Продемонстрировать свои умения, чтобы получить доступ. Я готов. Нет, видимо, нет. Военный конфликт, кроссплатформенная битва рыцарей, викингов и самураев. Охуенно. Выбор фракции, которой вы поклянетесь в верности, определит вашу сторону в конфликте. При этом вы можете выбрать любого героя. Учитываются все действия в отряде с ботами и сетевых играх. После каждой игры, по результатам боя, вы получите ресурсы армии. Их можно использовать для захвата новой территории. Надеюсь, вам хорошо слышно. Защиты своих владений от врага. Главные этапы военного конфликта – обновление карты, раунды и сезон. Карта меняется раз в 6 часов. Раунды длятся 2 недели, а сезоны – 10. При обновлении карты территория делится по количеству ресурсов у каждой стороны конфликта. На карте мира будут показаны занятые области и линии передовых. Маркеры карт для будущей игры. Захват территории рыцарей с самураями повлечет за собой внешние изменения. В конце раунда все игроки получат награду в зависимости от текущего ранга их фракции. Ага. В конце сезона при раздаче трофеев будет учитываться итоговый ранг. При этом результаты конфликта обнулятся, и бой возобновится после межсезонья. Изменения, произошедшие в течение сезона, будут сохраняться в игровом мире For Honor. Так, ну и что? Захват территорий. Ну, давайте дуэль. Дуэль — это поединок один на один. Игрок против игрока. Ну, я даже не знаю. Бойня 2 на 2. Давайте один на один. Попробуем против ИИшника. Ну, надо ж испытать, собственно, свои силы. Ага. Ага. То есть я могу понанимать всякого. У меня есть 2000, я могу, по идее, нанять парочку человечков. Это у нас копьеносец, видимо. Наймем вот такого вот чувака. Против рыцаря аишника я буду сражаться. Хорошо, поехали. Раунд один. А он быстрее, чем я думал. Да меня боты пинают. Какой там? Какой там нахер поединок один на один? Вы чё? Раунд 2. Yeah.
Блять, ну а что это было? Ладно, я сейчас разберусь, сейчас все будет. Простое затыкивание не сработало, короче. У меня начало, походу, выносливость заканчиваться. Я убил бота. Походу я играю за девчонку, а это нормальный самурай. Раунд 4. Надо брать нормального самурая, а не девку. Ну ладно. Эй, ну я же... Я же блокировал. Отступай, сука. Но нет. Как-то по-тупому. На мышке не очень удобно. Ну ничего, я привыкну, короче. Ну чё, меня отпиздили боты. Оно и понятно. Прекрасно. Довольно интересная боевая система. Не так, как в Molten Blade, хотя очень похоже. Так. Да ничего страшного. Давайте захват территорий. Игрок против игрока 4-4. В надежде, что кого-то найдет. Почему нет? Ой, тут еще обилки есть. А почему меня этому не научили? Ну, я готов, короче. Не знаю, насколько прохаванные ребята у меня в команде. Ну, сейчас мы проверим. Насколько быстро меня отпиздят, собственно, реальные игроки. Ага, у нас один бот. Но с учетом того, какой против меня выступал бот, то все не так уж и плохо. Я так понял, это левела, верно? Но в нашей команде два нуба. А у них 4 игрока. Ну, короче, все прекрасно, по-моему. А у нас один бот. Что тут за карта такая? Три точки по одной линии. Окей. Понеслась в таком случае. Мы, я так понял, в атаке. Да? Ну, похоже на то. Зона А потеряна! Зона С потеряна! Рецензию!
Бежим! Что происходит? Вы захватили зону A. Я, по-моему, кому-то всыпал. Это ж свой? Свой. А там двое отпинали нашего. Суки. Так, ну хпшка не восстанавливается. Зона A потеряна. Немножко дебильная наводка на самом деле. Консольная. Не то, что дебильная, она просто консольная. Мы захватили зону Си. Мне натыкали. А я кого-то убил? Ну, я 4 человек убил. Я не знаю, как это получилось. О, меня даже резают. Охуеть. А ну пошла нахер, сука. Я не вижу, что происходит на самом деле. Да блин, в этом мясе ни хера не понять. Но это прикольно. Сейчас я резну, сейчас все будет. Мы, судя по пьянке, которая тут происходит, побеждаем. Он мне натыкивает. Ну ничего. А чего, я помер? Наверняка от кровотечения. О, меня поднимают, да? Охеренно. Давайте-ка пойдем наверх. Посмотрим, хули тут творится. Мы захватили зону A. Да, мы захватили зону A, охеренно. А безопасного спуска нет? Ах ты, тварь! Ты посмотри, какая сука, а? Ты посмотри, какая сука. Я ж... Меня не учили бить с лестницы. Ну ладно. Ну чё, я сейчас вернусь, блядь. Ну такое, они нас начинают нагонять. Херово. Зона A потеряна. А что делать? Ой, простите. Простите, я дурачок немножко, поэтому... Ты
вперед, братва! Вы захватили зону A. Ты посмотри на это, падла. А, это... Подожди. Это свой. Враги убили нашего соратника. Это нормально, типа? Кувырки работают. Короче, через жопу все это работает на самом деле. Может, это просто у меня все так работает. Но, по-моему, лучше... Зона A потеряна. Взять в руки геймпад. Ну так, без шуток. Потому что реально чувствуется... Внезапная смерть! А как поднимать? А хер его знает. Блять, а я не знаю, как поднимать. Прости, пацан. Я бы помог, но я не умею. Зона не запотеряна. Давайте зайдем этому мудаку в сраку. А? А я победил? Я победил, блядь, пацаны. Мы захватили зону Си. Охуеть. Поняли, а я не понял, как там. Ну, наверное, я попал на того редкого нуба, который был в противоположной пати. Так что, типа, все, все отлично, все хорошо. Так вот ты взял-то, петушок. В спину зашел, крыска. Я с тобой честно сражался, пидрила. Ошибка. Чё такое? А, типа все? Наигрался, блядь? Или чё? Ну, судя по всему, меня выкинуло из всей замечательной баталии. Ну, заебись, ходил. К сожалению, не могу показать вам, какая награда за данный поединок. Блядь. Серьезно? Типа, продолжить нельзя? Ок. Ну да, это все. Видимо, я наигрался, что-то с игрой не так. Ну что ж, дорогие друзья, ладно. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс. До новых видео, тут можно, наверное, раскрасить как-то его. Давайте так и сделаем. Ну, собственно, выбора у меня никакого нету. Вооружен он по стандарту дайкатаной. Даже перекрасить я его, наверное, не могу.
А, ну это зависит от команды. Эти цвета. То есть, собственно, в какую команду я попал, так оно и будет выглядеть. Комплект оружия. Комплект доспехов. Давайте купим, хули бы нет. Ну, ничего так. Нормально так надавали всякого. Масочки. А, забыл, как гарда называется. Не гарда, у катаны, в Акидзасе. Там оно по-другому называется. Прошу прощения, я забыл, к сожалению. Давайте еще доспехи за 4 сотни купим. Как-нибудь приоденем нашего героя, что ли. Да тут я уж разберусь, наверное. Защита повыше, снижение затрат выносливости. Атака такая же. То есть внешки вот эти вот, которые я устанавливаю, они влияют на... Оружие можно бросить, нихера себе. Ну вот это, по крайней мере, она ничего не минусует, поэтому оденем ее. Выбрать. У меня две одинаковых рукояти. А, нет, они не одинаковые. Прижим ярость. Не знаю пока, что это значит, но тем не менее. Клинок я так и не выбрал, да? Надо вот так нажимать. Понято, принято. Скорость оказывания помощи тут влияет. Довольно интересно. Восстановление выносливости такой шлем дает. Это доп. Эффект ярость. Ну давайте вот этот оденем. Почему бы и нет? Такая вот кастомизация. Забавная на самом деле. Небольшая, но по крайней мере она есть. Меня не радует то, что, собственно, внешки они влияют там на урон, на блокирование. Это, мягко скажем, ну, так себе. Мне кажется, это будет просто дисбалансно. Но, тем не менее... Что ж, я доволен, в принципе, тем, что посмотрел данную игрушку. Для себя я еще попробую поиграть. Попробую понять, что же с ней случилось. Ну, собственно, вот так вот выглядит For Honor. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. Двоякое впечатление у меня получилось, но тем не менее. До новых видео. Всем пока.